друзья, ну прокатимся вот такими еще тоже загородными дорогами, которые, я не знаю, я здесь ехал или нет, но номер дороги 299 на желтом фоне вблизи города, по-бам, сейчас скажу, Альтдорф. Вот так вот. Просто мы потом выезжаем на 92-й автобан. Кстати, да, я выгрузился, все хорошо у меня. Вот. И сейчас на пусто едем вот с Германии в Австрию, в сторону Линца, вот так вот. Перебежка на 350 километров на пусто. Вы приезжаете, ну, честно не скажу. Скорость. Ну, наверное, клиент хорошо платит для того, чтобы перебежать вот такой кусок на пусто. То бишь, это вы понимаете, надо топливо, ну, как минимум литров 100 надо топлива. И как минимум на 350 километров, где-то вот в среднем, я не знаю, там, ну, 100-150, может быть, евро, возможно. Я даже честно не скажу, какие цены за 100 километров по автобанам. Так что где-то вот так вот. Короче, в 300 евро вот где-то перебежка такая вот получается, возможно. Если же клиент оплачивает, а может быть и нет. Может быть, знаете, какой-то тоже как вы вариант. Вы превышаете допустимую скорость. Как вариант, что какой-то груз наша фирма подвязалась, взяла, так? Но, а там случилось, может, что-то с... проблема с автомобилем, может, какая-то вот, и надо срочно заменить, да, вот. Если же ты взял груз, и ты должен там, конечно, и ты не поставил вовремя машину, конечно, какие-то там штрафные санкции налаживаются, вот, потому что, ну, так, видите, как вот здесь оно такое. Вы превышаете допустимую скорость. Вот домики, видите, как небольшое селишко, вот, и там как красиво все это сделано. А здесь фермеры уже. Так вот, какое-то производство, такие какие-то отгрузки уже, когда заявка идет, и под эту машину уже место готовое, как бы, да. Должна машина прибыть в срок. Товар отгрузили, освободили место на какой-то на складе, и опять же там его формируют. То есть идет какое-то циклическое какое-то движение. Вот. Но если же получается сбой или там складировать нечем, то есть негде из-за перевозчик, что вовремя не приехал, конечно же, получаются вот такие вот казусы. Вот. Так, я, наверное, чуток, наверное, быстро еду, потому что на таких дорогах надо вообще ехать грузовиком 60 км в час. Толерантность 70, вот. Но я еду 72-75. Потому что когда-то так получил штраф. Вот так вот. Ну и напомню, сегодня, друзья, 13 октября. По-моему, вторник день. Вторник, так. Ну и за бортом плюс 9,5 градусов. Вот так вот. На 15 часов дня. Ну а так, травка, видите, даже цветы какие-то есть. Розы, вот эти вот, как там, дикая роза, или как там правильно, не знаю, даже еще цветут. Так, адаптивный круиз, раз, опа, сам, видите, как оттормаживается, я ничего не нажимаю. Трактор сунется, ну, я не знаю, сейчас, во-первых, знаки, а во-вторых, вот там вот ЖД какой-то переезд. И смотрите, как поле, на 13 октября, вот, ну, что, наверное, скорее всего, рапс, друзья, ну, наверное, так. Поправьте меня, если я, вот, ошибаюсь. Thank you.
трактора ходовая на рессорах, видно. Ну а колеса такие приспущенные для того, чтобы все-таки по мягкой части грунта вот ехать и, ну, более-менее устойчиво, чтобы не проваливалось как-то. Ну вообще по мягкому грунту приспускает давление. Я помню, где-то было написано, вот эти военные ЗИЛы, Уралы, которые тоже шли с автоподкачкой на пневмоходу, как говорится, да, вот. Так вот, в кабине уже установлен был кран в военных этих машинах. И там вот положение, там трасса такая вот, ну, типа, в зависимости от проезжей части, какая-то или грунт, то ли мягкий какой такой, или дорога, и ты выставляешь в такое положение, соответственно. Ну и там подкачиваешь колеса. Понятно, если ты на болоте, болотистая такая местность, то надо где-то, по-моему, то ли 0,5 атмосферы вообще спускать до такого давления, чтобы вот чуть ли не, как говорится, в блин было. Ну, зато машина и шла. Ну, тяжеловато, но тем не менее и шла. А на шоссе нужно накачать дорогу на твердом грунте, накачивать его там то ли до 6 атмосфер там. Вот такое вот так. Ну, какая-то то ли мельница, или что, я не пойму. Не мельница, что-то такое. А может и мельница, может быть. Вот, видите, он зерно, наверное, или кукуруза, скорее всего. Так, нам направо. Он хоть врулит, въехал. Он на разворот, мне кажется. Им, скорее всего, на продаж. А там много машин. Справа там вижу пилорама и оцилиндровка бревен, и доска такая вот разного сечения, ну, вернее, толщины там. Вы превышаете допустимую скорость. Доска струганная. Ну вот так вот. Номера бумажные просто ручкой написал. Готовьтесь через, ну, скорее всего, какой-то перегончик, потому что, видите, и стоп сзади не работает, хотя уже компьютер ему уже подсказывает, что лампочка не работает. Ну, такие вот на перепродажу, наверное, куда-то.
используя второй въезд. Используйте второй съезд. Второй съезд. Проедьте 3 километра. Вот слева ферма, смотрите, куриная. Занимается кто чем, кто яйцами, кто курами потом выращивает. Но опять же, надо работать. Просто так тяжело будет жить или проживать, или вообще как-то вот. Кто себя находит, какой-то бизнес, вообще, в принципе, классно. То, ну, опять же, надо и в разрез, чтобы быть законопослушным, первое, учитывать эти все моменты. Ну и держать марку, да и вообще, в принципе, чтобы быть на плаву, надо быть, во-первых, честным. Это первое, что не есть. Где-то будешь халтурить, где-то что-то будешь, как говорится, дурить, долго не протянется. Все. А так сразу, чтобы какой-то бизнес и сразу, как говорится, там 300% каких-то там навара какого-то там или еще там что-то, ну такого не бывает. Ну, работает, да, помалу, но на перспективу и в дальнейшем вот так вот. Так, вот он, 92-й автобан. Мы же под ним проезжаем. Заезжаем на него и все, и поехали. Парковка для легковых. Я все думаю, почему вот легковые машины вот здесь ставляют как-то возле автобана, там где-то еще. Поверните направо. А я где-то вот вычитал, вот спасибо вам, друзья, подсказали, да. 71 километр. Если же кто-то с одного села какого-то там, да, работает на какой-то определенной фирме, да, а до нее там ехать еще отсюда, вот от этого места, там еще 50 километров. Вот. Зачем же ехать четвером? Или втроем, или вдвоем на двух машинах, если можно доехать до отсюда, машину здесь оставить, пересели к товарищу, либо подсадил товарища, и все, поехали вместе, возвратились, доставили, и так вот можно один день или один неделю тебя везет, другую неделю ты везешь, вот так вот, и тем самым экономия топлива, как говорится, ну, рационально уже использовать этот момент. Так что вот эти вот парковки при автобанах. Я думаю, ну что-то так вот при съездах, при выездах, вот зачем они там оставляют, ну, реально, то есть ни троллейбуса, ни какого-то ни автобуса там сидеть, ждать, ну. Оно получается вот так вот. Ладно, друзья. Ну, что, на нам еще ехать. Впереди там третий автобан, будем выходить, потом будем выходить на Пасау. И дальше там по, я не помню, по какому автобану, по двойке вроде бы. Короче, в сторону Линца едем. Едем дальше.